По-любому випку купил. Что лучше бы ботинки? Сумонься. Но если все купят випку, то кто будет в очереди стоять? Кодекс. Никто ее не купит. Все ее не могут купить. Нормально накрученный. Нет, столько... Где ты Буратино столько найдешь? Ну, так она стоит там. 10 рублей. А нихера себе. Мы ждем мизантропа, слышь, или че? Там если зайдет, без него сейчас самунем рогу, фул бафы дадим и так убьем. Угу. Ой, и тухнет, когда так же. Давайте, да все тут. Через минуту зайду, подождите, бегите, да. Не отбирайте. Да мы гниломорда пока убьем, там тапки твои на следующем боссе заберешь. Убирайте, через минуту зайду. Ладно, давайте фул бафы, короче, ничего страшного. Ждем, да? Не, убиваем. Так, что у нас по рейнджу получается? 2 шп. 4 мага. Так, сова. Тут 2 ханта. 3. 3, 2 ханта, 5, протокол 6 и 4 мага. Давайте 3 мага, я... Давай, Мулкин под босса, иди, я на рейнже постою. 3 мага, короче, на рейнже, Мулкин под боссом. А можно лок вместо меня на рейнже? Не, лок демон. Дайте фул бафы, дайте каску по магам. Вроде все. Дайте каску по магам. Ему не надо. Есть каска на нас. Так не, на Мулкине нету. Да, он опана. Дайте каску там, не жлобьтесь. Все, бафнули каску. Давайте, чек на пул. Все, ему на 10 минут бафы. Бафнем на 30. Что там, Алина? Лапку, пожалуйста. Дайте лапку. Пожалуйста. Дайте нормальную каску, помогам. Помогам. Что там, Влад, готов? Что там, Мулкин готов? Так, я готов. Все, давайте начинаем. Изабелла. Геру, судари. Дайте Геру. Лужа будет литься, там перебегайте. Не стойте, по 10 человек не рыгайте. Типа 20. Глыбу. Фига ты глыбу дал, злой. Полз. Тупой? Там перебегайте. Давай глыбу. Дайте сальву по Мунквину. Ну спасибо тебе, Коля. Ахан, ну сбинчу. Обращайся. И другому могу теперь. Не, лучше. И наропок будет, конечно. Так, большой в центре сейчас будет. А, не будет. ДК горн обновите. Вот, мать, нажми бабу. И там в лужах кто-то рыгает. Славик, обнови гору. Большой, большой, большой в рейде. Так, большой в рейде, апджей треса и фрешгулда. Фреш, беги сразу же. Хильте шмана. Вот пидорство. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Я подальше не даю сгнить. Тупой. Выходи, Дима, выходи. Че, Влад, выходи. Нормально, ты меня путаешь. Фух, Настик, лесни фаер тота. Или как там? Фаер тролля, лесни. Бежим.
Так, давайте все РДД на рейнджу. Все РДД на рейнджу. Добивайте. Дайте кокосина, дай на ману. Простите, меня там сразу раздам. Надо кому-то наручи, бесплатно отдам. Там шаманы, хапалы. Охуенно, блядь, все хилые живы не захилили. Ресните, пожалуйста, куда вы нахуй убегаете, блядь? Лес эти павших. Надо кому-то объект на майнспек. Ладно. И мне скоро сразу. Дай объект, если не нужен никому. Я Диме дал. Зачем вы чё? Ему зачем? Не знаю. Дай ему КП, блин. Надо кольцо кому-то на майнспек. Вот это на Энха кольцо. Это на оспеке, так понимаю. Ну. Так, кто на мейн ролил кто-то? Нов все. Ну если нов, то с РС. Так, паладин на мейн. Сломаните, пожалуйста. Тыкайте на суммы. Ну, шем собрал. Mm-hmm. Раз. Накидку на базу. Так, давайте споры сносимся. Квадрат. Трусы два раза снесемся, третий пусть сами бегут. Давайте, мы принимаем сумму. Дайте фул бафы пока, пристабав, каску, лапку. Сейчас ману риснем быстро. Дайте, да, пристабав. Так, давайте чек на пул. Сейчас, секунду. Так, Дима, что не хватает? Мартышке, Рискат, Джерион, шо вы там? Не готов, в принципе. Иван, я завис. Ну ладно, с тобой. Ой, это отличная новость. Мне придется перезагрузиться и зайти в игру. Сколько там очереди? 190. Ты вроде тут ничего не надо. Проклятие на ботинке. Нет, это мизантроп первый. Говоришь проклятие. Может его сейчас посреди края выкинем. Сколько арпа курику надо? 400. Так, кто там еще один, кто-то бегите. Так, этот, мартышка, давай к боссу, мартышка. Все, там, третий раз команду поставим, бегут. Thank you.
стойте, бейте просто. Споры даже носить не надо. Шаманка, кумель. Сдерживание этот спасает от этой хуйни? Нет. Хуёво. Притвориться мёртвым спасает. Чё ты за херню линканул? Я пока я читал, сука, попал под это. Еще два этапа. Было бы прикольно. Да, было бы классно. Один хуй я бы их не забрал, поэтому ну, было бы прикольно посмотреть. Чего, убили босса? Да, да, двое этапа упало. Нормально. Тебе. Смотри, это... двое, тут же третий упали еще. Бля, в натуре трое нахуй. Тоже, кстати, Дима, ты посмотрел, я там самого надал. И смотри, я забрал на основной спект больше никому нахуй не надо. Нормально вообще. Ребята, он под стенкой, четвертые лежат. Сейчас пойду заберу. Там еще тухлые сапоги Джеривана. Не, нет, тут тапы. Надо шаманы там, шаманы хипалы, не а плохие на первое время. Руки и посох. Что за говно падает? Пиздец. Бесплатно вообще. Руки отдам. А че шаманы? А, нет, ролик. Так, на ретрика там АДК, на мейнспек надо кому-то? На оспек. Кто там следующий по осколке? Палку бесплатно отдам. Давай мне, Ваня, если никому не надо осколки. Блин, сходил походу как в ППГ нахуй, там на триумф по фарму, блядь. Бля, грудина должна упасть. Просто обязан. Что упасть должно? Грудина на мага. Так, подождете, нет? Так, перед там не упадем, походу. То сейчас подожди в мир, просто не заходи, сейчас ивент запустим. Че вы там стоите, пошлите на ивент. Ну я 90-й. Ну тебя на профессором подожду. Тот черт вроде быстро идет. Сколько у тебя? 90. Ебать, у меня 87 и висит, блядь. Это плохо. Нажми. Что? Нажми выбор мира. Так быстрее пойдет. Очень смешно. Я 87 сейчас. Блин, у нас по баране там 10 человек. Не накрутили, короче, онлайн, теперь мы в очереди стоим просто так. А нет, там до обороны людей полно. Там все просто скинков качают и скачут. Штрек накачают, козлы, мы тут страдаем. Далее. Сколько нас вредит? О, можете пожертвовать по 1 рублю все? Разве что гривнами. Ну да, разве что. Разве что на лечение. Да, русскими. Там какой? 70-й. Ходите там на минутку, отойдите, с равно ДПС надо тут. Там, перекур минутка. О, заебись. Ванёк, а можно я пойду дальше магом, блядь? Ну, мне ничего не надо, просто, блядь, рога не хочу быть. Вы пойдете подамажу. Ну, если на одном маке, то заходи, если на разных, то не надо. А там уже грузится окно, я от него 10 человек впереди. Заходи. Я 59-й. Написано время ждания менее минуты. Минуты. Хорош. Что это за бред с этим опытом сейчас? Не подскажете? С чем? С опытом. А с чего с опытом так? Ну вот, человек играет на новом чаре, и опыта больше дают. А хотя он без випки. X5 едет на опыт. Теперь всегда так сделали? На выходные.
А, понял. А сейчас выходной? А ничего, если не выходной. Так это до 4 января, что ты рассказываешь? Ну так иди на работу тогда, раз не выходной. Какого? До 2, до 4 декабря. Сороковой. Жизнь курить вредно. Сталин, ждем, чтобы ко мне еще кто-то приконнектился, и все, я уплыл по этому, по пингу. Эх, псих, лучше бы тебя нахуй выкинул, я хоть прилив бы забрал бы. Как там Джерион-то заберет? Да нахуй он ему нужен, я с ним договорюсь. БТ уже не прокатит. Ну ладно. Было время ждания менее минуты, а теперь 2 минуты. Вот теперь снова менее минуты. Ваня, только не гиг дорогал, чтобы я потом не перезаходил на ЕП. Я 20-й. Можно оттянуть чуть? Минуточку на 5. Нет. Не, сейчас уже все. Сейчас заходим. Офигеть, ладно. Минут на 5. Че, какой ты там? Дайте шкафчик. Я 3-й. Давай, шкаф. Проходите там. Ваня, волчат засунул. Сейчас еще раз посмотри. Слышь, псих, а тебе эта беспонтовая пуха нужна? Какая? Справа. С меткостью? Да. Не, не надо. Ну ладно. Ваня, отдашь мне за бесплатно, она все равно нахрен никому не нужна. Я появился. А, лед. Тыкайте еще раз. Слышишь, злой, а ты часом не еврей? Я еврей, ну, европеоид, еврей, все нормально. Бесплатно, блядь. Да нафиг ГП за шмот получать, который ну никому не нужен вообще. Мне, по сути, она тоже вообще никуда не уперлась, у меня халион есть. Давайте, тут давайте фулбаф, чех на АФК. А не с кем там можно втиснуться в РМК? Я с Мункином, а вы там с втроем кидаете. Ну не. Это я тебе кинул. Я с Мункином. Тир, скидай мне, я фаер-троллю, а фаер-тролль мне. Сука. Так, мартышки, Мунквин, Слава, где вы там, подходите, вас ждем. Слава, Мунквин, мартышки, где вы там? Мартышка? Да, Джесс. Джерри, а что с Ваня молодой, говорит, не такое ощущение, что это, блядь, таджикская мартышка, блядь. Мартышка, Ишкве, мартышке. Эшкере. Так, Мунквин, тебя ждем. Ты говоришь ему, он типа, ну, типа не слышит тебя. Пока мы его ждем, можно кукле это нарегать. Давай. Сейчас, подожди, поставлю на себя печеньку, чтобы не слетало. Так, давайте, хилимся, куклу хотаем. У нас эрдру нету, слышишь? Короче, будем стопать ДПС. Так, нет, давайте, так, рейд, подходим, короче, к профу. Надо будет стопать ДПС. Милики, ДК начинай. ДК начинай. ДПС будем стопать. Веди под зеленую, да. Вышли.
Так, давайте, РДД, хилы, звездочку стали, милики, идите к профу, стоп, по профу, стоп, стоп, не бьем, не бьем, не бьем. С каких переходов? Бьем зеленого. 2%. Давайте, стоп, по профу, играем все в зеленого. Милики, переключайтесь, РДД, бьем зеленого. Давайте, зеленого бьем. Вот тупые упыри, дайте рост. Сбежались. Бьем по дебафам. Еще раз сбежались, красного замедли. Сбежались. Нет, это вы. Сбежались, сбежались. Красного поймали. Какой хороший день. Какой хороший день. Сука. Что сказал? ДБ, стоп. 5% перевели, вы что гоните? Ну, было 83, типа, и потом АУЕшками, походу, давили. Ты не веди профа, если стопать, если будешь ждать. У стола можно что-то ждать. Что-то я ничего не... Не, вот так вот именно делать, когда если стопать будем. Потому что первый не замедляется. Там за УЕшками. А что там? Ну пускай начинает стопать на 86, ё-мо, и там нормально как раз будет. Алло, алло, алло. А Тоби Ложа нельзя не допивать? Будет два раза больше раги, да? Мы типа перевести не сможем его? Нет, мы его сможем перевести, у нас энергии не хватит, двух слизней замедлить. Мы сорвали его. Нет. У нас ДЦ, два шамана и хапал. ДЦ не такой же талант, как Вардру. Я ж тебе говорил, зачем ДК агрил, я не знаю. Ну и сколько он там раз в 15 секунд этот щиток кинет? Ну так исповеди еще похерячит и все нормально. Так в смысле ждать его 15 секунд каждый раз, хотя бы надо щитков 10 кинуть, полторы минуты ждать. Ну 150 секунд. Проще ДПС стопнуть. Как оказалось, это было не проще. Да не, проще просто, ну. Так, а что ты не смотришь, у кого по рекаунту после твоих слов растет ДПС? Кого растет ГП, и все, и пока. Да я тренер, не смотрю. Я решил до кого-то. Вам не кажется? Джерион, Джерион, в пизду трейд, собирай БТ. Ну так все пулперы обычно делают. Джерион, пойдем это, в БТ я буду РЛом, и ты хуй получше лиданки, уёбок. Псина. Знаешь, что я тебе скажу? Что ты хуй получишь кель? Вот что я тебе скажу. Да, сука. Да я его и так не получу, он его этот бич заберет. I can't хуинг. Блин, ну зачем он тебе нужен? Я не уверен, что он его заберет за 1400 гп и ПР упадет просто в жопу. Джерион, ну так ты его не роль, что-то ты чё, чмо что ли? Написал, что он не надо, потому что мне багается светлая джага. Да ты свой. Джерион. Дайте шкаф. Не страдай фигней. Какой багает светлая джага? Что ты выдумал? У меня появляется на панели правосудие света, который падает с каражана, а его у меня нет, его удалил, в банке нет, нигде нет. Понимаешь, я не могу бить светлой джагу джагой по фокусу. Дай шкафок. Ну, значит, не бей. Дай пацанам другим одеться. А что? При чем тут вообще, типа, мейс? Он как-то влияет на это? Ты понимаешь, в чем прикол, типа? Они на русский перевели неправильно, типа. А ты неправильно перевел на русский? Нет, просто тут, типа, спорно, Джерин, кто правильнее перевел. Лох, дай шкаф. Не буду ролик или еще Джерин. Он типа мне не покажется не нужен. Но что, меня слышно, руку. Не? Да, тебя слышно. Лох, дай шкаф. Так, меня что-то выкинуло, сейчас иду. Угу, удачи.
Это кто сказал? Рупец. Есть там хил у кого-то, спекнулся хила? А кто сказал? Чарупец, шамана выкинула. Забей, он там хилит 500к, мы захилим. Мы захилим, Ванька. Ладно, давайте фулбаф тогда. Это иногда мешает мне добить тех 500к. Ванька купился. Давайте чек на пул, тут атаку убьем. Эй, интеллект. Димон. Только кричи, когда стопать, чтобы пацаны слышали. Чё там, Алина? Дайте лапку. Сейчас я ману отопью. Секундочку. Дайте дробаф, там нету на пол рейда. Да кто-то випку купил, вот это вот заходит. Интересно, угу. Это просто что-то с 10 пейсов связано с 10. Ну, блин. Так, Влад готов, Мукин? Лина? Алина готова? А, да-да-да-да-да, готова. Давай, пей куклу, ДК начинай. ДПС будем стопать, говорю сразу, не прожимайте бурсты. По луже выходите. Все, стопа профа, не бьем профа. Профа стоп, милики стоп, РДД стоп. Ждем зеленого. Профа, не бейте, алло. Давайте РДД зеленого, бьем зеленого. Четверо РДД в звездочку, бьем зеленого. Давайте, ХОДД зеленого. Сбегайтесь к цели. Первого не замедляй. Не замедляй его. Давайте, сбежались в цели. Сбежались. Все, нормально, переводим. Так, давайте, зеленый к столу, красный бейте красного слизня. Давайте, зеленый к столу. Красный уже можете бить, замедлить двоих. Давайте, бьем красного. Зеленый бьем, Алина, ну что ты делала тут? Бежим. А, это не Алина. Давайте, в зеленый сбежались. Красный, беги. Давайте, в зеленый еще раз сбежались и смотрим. Челенку на хильте. Да блять, ну. Ущербы, вы что, сбежаться не можете? Кончить. Падайте. Диспельте куклу быстрее. Кто там хила может спекнуться на одного босса? Да я вижу. Эти диван. Там друид есть у кого-то хули пристали ДЦ? Может, ну типа, кому КД не жалко, зайдут на одного босса? Простите, да я без дивана. Ну зайди тогда. Через полчаса зайдем. Че там, паладин там, этот хэпал уже у кого-то есть? Ну, спекайся. Похилишь рейд. Кто там? Умираете быстрее. Блин, мне рывок надо, у меня чер забагался. Можно еще раз спрошу? А давай, если не добивать спи. Вторую лужу, это разве не быстрее будет? Быстрее будет. Там не хватит на двух замедлить, надо стопать и первого не замедлять. Ну хорошо. Но вопрос был другой. А если вторую лужу не добивать, разве врага не быстрее копится? Нет, там все равно не хватит. Вопрос в другом был. Давай еще раз. Сука. Кольцо шаману какое покупать, если за репу нет? Нет, она медленно будет копиться. С гниля и за репу. Зависит. Что там, шурупец, ты же какой в очереди? Я не намекаю, но там есть васабик в сети, и он как бы в Долоране сидит.
Ну кто-то же должен охранять Алара. Также там Лёша есть. Он где? Он в Огре сидит. Шурупес, ты с нами? Он отошел, походу. Ресните меня, ребят, я прям в углу. И 25 норм пошел убивать. Оп. Мизантроп в Эрдру спекнулся, давай я в Саву тогда на этого босса. Спекайся. Че ты там за углом? Наркотой торгуешь, что ли? Да не, это мамка в угол поставила. Барышка. Сколько войд дал на сурке для ПС? 11300. Хорош войд. Вообще заебатый пацан. Играет хорошо. А кем войд играет? Подожди, сейчас. Головой дружка. Ну там фулл АДК что-то. Это что получается, я его передамажил? Сколько там? 6900? Я тоже. Еды. Там рыбка так, стоит. Давайте, все тут, можете фулл баф. Там давайте. Рыбка есть, ёпта, ты чё? Да чё-то вы, короче, не пиздели. Нет, лайф, не тыкай. Бля. Ой, ты мать, давайте, фулл баф. 11 штук? Ну ты пац. Да вот. Чё, оставшиеся я дал тебе. Будем, не, стакать эту шляпу? Не будем. Чё там, дайте каску всем. Слушай, Мунхвина. Хагрид. Да мы тут и так долго так стопанем, господи, задолбали. Прям такие бурстаки вы наши. Бурст наши. Вела гнусь, у меня джага залагал. Давай, удачи. В смысле, вайпаешь не то, что мы там не сбегаемся, то, что мы сбежаться не можем. Ну, не то, что мы зеленого не переводим. Какая разница? Ты, Ваня, как-то мягко говоришь. Надо так а если лужу, типа, вторую не допивать, рага будет быстрее копиться? Нет. Она не успеет просто. А если первую? Давайте, чек на пол. Вам все равно не хватит. А если вы нахуй оба пойдете? Долбоёбы. Подожди. Тирс или кто там, не МК бафы, бафите? Все, красава. Так, готов. Вайф, ты тут, Виталик? Так, Лайф, ты тут? Да. Когда мут этот кончится? Давай, пей куклу, ТК начинай, будем стопать. Сейчас лучше будет, потом под зеленую колу поведешь. Да подожди, пока не веди. Все, веди под зеленую. Ваня, скинь трек. Окей. Это слишком сложно. Стопаем, не? Да, стопаем. Там минус 1 ДД, так что по-любому стопаем. Давайте, РД хилы в звездочку. Мирики бейте. Мирики бейте зеленого. Давайте все по зеленому играем. Сбежались к зеленому. Еще раз сбежались. Все, переводим проф. Гидарас. Арина, можешь стать? Не, не могу. Ухнастик Арину ресай, Абджейд ресай, Фрешблуда. Переводим. Давайте, ресайте быстрее. К столу, не? Так, зеленые к столу, красные бейте. Так, бейте по дебафам. Зеленые, красные. Зеленые, избегаемся. Файр тролль, беги. Молодцы, хорошие хилы. Красного отойдите. Беги, красный. Зеленого еще раз сбежались. Кокосина, дай на ману. Зеленые сбежались. Долбоё. Чё вы, блин? Это ГП. Антошка, как дела? Беги! Блять, нормально, мне вообще-то зеленый сначала откинул к столу, блять. Так ты не бегал нихуя, понимаешь? Ты даже это фиаско, братан. Это ГП. Это фиаско. Давай эту шамана на дом аккаунте. Это стыдно, прям, блядь. Чё там залипли? А вот зашёл, помоется. А, блин, мы же не из-за того, что падаем, то, что мы захилить не можем, а из-за того, что... А из-за чего?
Ну, потому что вы слезли. Что игроки долбоёбы. Подождите, у меня сейчас вопрос. У вас появился в этом рейде SDO. Почему мы не накопили раму? Я вам отвечал. Ты там в шахте, что ли? Сука. Не, мне интересно, при чём тут SDO, если мы нормально... Прием, прием, я первый. Там Серсейка, типа, сказала, причем тут хилы, но вы, типа, не отхилите красную цель. Ну, так-то вы, потому что вы меня уронили, не сбежали с меня, я упала. Уже ты сама себя уронила, стоя в центре? Нет, меня куда-то кинуло, туда-то кинуло. Все. Там хилы, если что, не сбегаются просто. Блять, хил был в зеленом, на зеленого бежал хил. Как хил может быть? Зеленого бежал хил? Да, блядь, там же хила бежал зеленый. А сейчас не из-за этого вайп, сейчас вайп из-за того, что Хант не может отбежать отрывом, отскоком. Отрывом, отскоком? Сука, Дима, ты дебил, блядь, нахуй. Я стоял у зеленого, делил дымаг, блядь. Я тоже так всегда Джерри говорю, кинул. Что дебил ебаный. Не понимаю, зачем отрыв в какую-то парашу отдавать. Я не понимаю, зачем Джериону мозг и клавиатура, блядь. Во-во, это правильно, нахуй, да. Кощуга не может нормальную фразу сформулировать и начинает пургу нести. Вот зачем ты отдавал отрыв, Антон? Зачем? Я не отдавал отрыв, идиот ты тупой. Я говорю, меня зеленым откинуло в стол, дебил. Всех сколько приветствую говорит, на Battle Versus и с вами Ресторатор. Вон там петушкам... Изантроф, спекайся обратно в ТД. Петушкам, которые цифру 11300 говорят, и мой ник вместе. Ну там глаза протрите. Это где? А, Сурфанг. Ну и что? Я что-то Войда не вижу. А где Войд-то? Вы просто возле себя смотрите в рекаунте. Возле танков. Два топ-мага. Тридцать упавших. А, не, вон, вижу, Void 2 КДПС. Ваня, я могу на ДЦ зайти вместо кота, слышишь? Нет, есть ДЦ, сейчас все будет нормально. Тыкайте на суммы. Я тоже так же говорил вчера в РС. Сука. Че делать будем? Типа, Ванёк, посмотри, кто не сбегается, и накинь там парочку. Чё, стопать будем? Спать больше не надо. В смысле не надо? Труида нет. Ну потом все, когда мы стопаем, мы вайпаемся. Есть Тридру, ты чё? Нету друида, мизантроп, брат, на столу спекается. Блядь, ну, послушайте, может, хотите парели там, если шо? Я могу на хера тогда зайти, нормально все будет. Он же пишет, что он Тридру. Там зашел опять этот чувак, который целый кота с птеном хочет убить. Да? Мизантроп, спекайся в ДД обратно. Давайте фулл баф. Пусть там СС кому не кинет. Лучше бы не, блять. Вы, блядь, так раз-то бы дебагли захилить, сука. Да ты бомж, потому что... Давайте чек на пул. Какой нахуй 10к хп, ты уебался? 30к хп. Что там, Алина? Лапу не хватает. Лапу, пожалуйста. Дайте лапу. Все, готово? Ага. Стопаем, да? Нет, да, стопаем. ДК начинай. Хорошо, ДК начинает. Давай бурсты свои на переходке, когда-то слизня будет. Сразу ДПС стопаем. Все, види под зеленую колбу. Добивай. На РДД хилы в звездочку становимся. Давайте, стоп по профу. Профа не бьем. Ждем зеленого. Стопайте. Не бейте, проф. Слизни все бейте сейчас. Играйте в зеленого.
Сбежались. Еще раз сбежались. Нормально сбежались. Дима, охуенно сбежался. Здесь бэр у кого-то. Мизантроп, леса и вольда. Так, давайте по дебафам зеленые к столу, красные уже бейте. Красные беги. Зеленые бегите, мне там забавилось, ничего не вижу. Зеленые сбежались. На мунку не крест. Больше ДДФ красного. Зеленого сбегитесь. Леша. Красный смену отошли от красного, быстрее добивайте. Зеленые сбежались. Добейте зеленого. Все, бьем профа. Пельмени пошли. Дайте пока тамбар. Смотрим, сейчас будет красный выливаться. РД бьем красного, Америки тоже будем бить красного, когда цель выберет. А сейчас красный туда не надо вести. Пельмени. Играем в красного. Играйте по красному всем. Инер, пожалуйста. Какой сейчас надо, я на манут пельмени центр. Играем в профа. После колбы веди к зеленому. Под зеленую колбу. РДД хилы в звездочку. Давайте, зеленого все. Пельмени центр аккуратно. Давайте, сбежались. Сбежались. Дискон. Да. Сбежались еще раз зеленого. Все. Блять. Дима, что тут цени за хим? Не, я вышел из тела. Алина, ну что ты делаешь? Потому что он незамедленный был, что ты делаешь. Сейчас давай хпс на там посмотрим. Видели видео про шамана? Два не слышишь? Дима, Джерри, а что ты не захилил? Ты чё? Потому что он меня не хилит. Если бы я себя не захилил, я бы умерла, когда бы я бежала. Так, ладно, давайте искать проблему. С ком проблема? Давай я на этого босса что ли зайду, слышь? Ваня, я сбегался, я умер от того, что я сбежался. Не накидывай, пожалуйста, ГП. Ну да, правильно. Сейчас буду накидывать ГП тому, кто сбежался в зеленого. Спасибо, Иван. Ты типа всему рейду, что ли? Чё, Виталь? Ну, я не пойму за что просто. Ну, я тоже не пойму. К тому же мне. Скилловому. Пацану, который сбежался из зеленого. Вот, кстати, да. Тоже сейчас сдох от того, что сбежался в зеленого. А Джерил не захилил, Джерил не сбежался. Пидор, блядь. Ваня, слышишь, слизни вам не было, если что. Так что мне ГП можешь брать. Да там симури ГП. Ну главное, что ПР не упадет. А массовое начисление ГП такого нету? К сожалению. Есть. А чё это ты линканул? А чё вы линкали? Да то я линканул, что я тебя точечно хилю, когда на тебя слизни. Я тебе имею в виду про последнюю слизни. Когда кинулся на меня красный, я стояла с половиной ХП. Если бы я себя не отхилила, а побежала бы, я все равно... Блин, тебе надо было бежать, тебе не надо было думать про хил. Я бы тебя захилил. Зачем ты стоишь, я не понимаю. Потому что ты не хилишь. Потому что... А ты что, не видишь? Я только что линканул. Бля, это просто пиздец.
Мизантроп, спекайся в Эрдру. Алина, не думай. Когда на тебе, думаю, блин, красный, не надо захиливать себя. Я просто в шоке с тебя иногда, честно. Ванёк, Ванёк. Ты сейчас сказал, я не надо, если бы тогда как бы его понесла. Вы не понимаете, что вы немножко мешаете? Вообще не по теме, как бы, и глупо. Да, ты давайте мы помолчим, наконец-то. Какой не по теме? Эршам, байпает рейд, это пиздец. А ты не хилишь, а ты холипал не хилишь. Да вы заебали вообще. Алина, я тебе да, да, вспомним видео про шамана и холипала. Да тут мувики пиздец, блядь. Нарезку чего, блядь, вайпов? Музыку. Это знаешь, как у Джеки Чана после фильма. Неудавшийся момент. Ну да, нормальная тема. Ну сперва такой типа топовый рейд, там без вайпов. Ну тут, за... тут есть один нюанс, который можно было бы озвучить, но я думаю, вряд ли. Можно записать музыку, да? Нет. А почему красный слизень тогда не был замедлен? Если Серсей говорит, что она умерла от того, что красный слизень не был замедлен. Ну, Рагу, потому что он копирует. Потому что друида нету. И Рага быстрее расходуется, чем Вреди с друидами. Я вот могу сесть в эту куклу и накоплю, ну, типа, кстати, на двух слизней. Не могу, я их хилю. Ой, дамажу. Какой ты дамажишь там? 11. Типа я умер, потому что я сбежался. Что тебе 11, нужно еще? 11300 ДПС, блядь. Дован. Что? Даже не 11, 9300, блядь. Опустился на два косаря. Дайте шкаф сумоньте. Алло, вы еще только на профи, да? Серьезно? Но мы багровые уже убили. А, то есть вы убили уже, да? Ну да. К вам проф Синдралич? Вали Синдралич? Да. Так, все, тут давайте фулбаф и мизантроп с тобой там обратно спекайся, если шо. Да ёбаный, почеши нахуй! Давай, давай, спекайся. Сейчас будем стопать. Ну шо вы, блядь, будете говниться за 100 гп? Успокойтесь. Мизантроп, Бердру, мизантроп, сову, это для меня как тоже, блядь. Сова, кот, сова, кот. Я ж тоже туда-сюда прыгаю. Мунквин, у нас 4 мага. Просто я с тобой, фаертроль с Тирсом. Нет, не придумывай. Дайте МП5 по друидам. Чек на пол. Тирс, дай мне МК. Тирс с фаертролем. Ну, не, не читал. Алина, что там? А вот пацанам, которые не выпили на стойку, можно кинуть ДП. Алина, ты с нами? А вот тут бич, у кого нет денег на стойку. Да-да-да. Так, поставил отметку, там все шо, давай, кукла, пей, рейд стоит, стоим, ждем. Пей, кукла, рейд стоит. Блять, долбоёбы, сука. Будем ДПС топать, значит. Лужа в центре. Если что, уже предлагаю стопать. Сейчас бейте пока. Все, стопайте. В центр зашли. Сбежали все в центр. Ждем зеленого. Глухотый. Так, зеленого переключайте, забирайте все зеленого. Шо? Переводим. Так, ушли к столу, красные бейте по дебафам, зеленые ушли к столу.
к зеленому сбежались. Красные беги. Сбежались к зеленому. К зеленому еще раз сбежались. Сбежались. Красного добивайте. Красного еще раз замедли, если можешь. Красный смена, отошли от красного. 33. Ух. Ты видел? Да. Джерин, что ты трех человек не захилил? Так. Потому что они моментально сдохли. Пельмени центр, если аккуратно. Если ты тупой, кощуга, я не вижу. Тихо, Джерин. Потому что ты не сбежался, сука. Закройте рты. Обджей, треса и войда. Види, под зеленую колбу сейчас будет выливаться какой-то. Дима, заткнись. Потому что этот... Ты дебил? Ты дебил. Ну тогда бейте красного. Мирите, потом переключитесь. Виталик, если что, это во мне не спрашивал сейчас. Играйте все в красного. Лайф беги. Добивайте красного. После колб веди по зеленую колбу. Давайте колбу веди по зеленую. Весь рейд РТД хилы в центр стали. На 40 переход? Да. Передавайте чуму. Играйте по зеленому. Пельмени центр, только аккуратно. Выбирай цель. Сбегайтесь. Сбегайтесь. Но кто там стоял? Это ГП. Бежим, бежим, бежим. Давайте, добивайте. Сейчас красный будет, аккуратно. РТД бейте красного, Америки переключитесь потом. Петик красного РДД. Ух, Настик, беги. 42. Пошли, слушай. Так, надо будет стопать ДПС. Стопайте ДПС, перемене центра. Стопайте. Стоп по профу. Профа не бить. 2% до переходки. РДД хилы в центр. Кокосина, надай на ману гим. Зеленого. Мини-центр, аккуратно. Сбежали все. Сбежали все. В переводе. БРС у кого-то. Пухнастик. Зеленый к столу, пухнастик реса мизантропа. Зеленый столу, красного бейте. Дайте рост. Изантроп, пресса сердца, если можешь. Рост. Дайте рост, шаманы. Ну, дайте ему на ману. Шурупец, рост. Сбегитесь к цели зеленого. Красного замедли, кукла, если можешь. Зеленый, красная смена. Красная смена, отошли. Красный, беги. Как неожиданно. Я знаю, что мы падаем. Может сказать вам? Попробуем. Значит, если возле зеленого, когда он прибежал к цели и откидывает рейд, если встать с одной стороны, то вы отлетите в одну сторону и сбежаться к следующей цели зеленого, вы будете все рядом. Если мы будем вокруг... Только сейчас стоять, красного поймали. Я не про красного говорю, мы все смерти, которые от зеленого, это из-за этой, ну, по этой причине происходит. Если стоять хороводом вокруг зеленого, то мы будем отлетать в разные края комнаты. И когда он выбирает следующую цель, много игроков не успевают сбежаться к ним. Спасибо. Короче, тихо не сморозил. Да ты тупой просто, если этого не понимаешь.
Какой ты там по дамагу? Дай гляну. О, 13,8 кдпс, нубло. Слизни столько же набил. Я от первого лица играю всегда, как в Обливионе. Это круто. Попробуйте от первого лица поиграть. Это не всем дано. Куклу здесь спорили, что он не заметил красного, а Лираги не было. Эфире тролл вот не хочет зайти на нормального ДД. Мне кажется, может достаточно просто вот падали, блядь. Зайди на РДД там на ШП по-домашнему. Проблема не в том, что ты кто-то падает, а в том, что кто-то ловит слизни красных. Ну так слизни красных. Кто это сейчас? Кот ловит слизня? Ну, я не знаю, кот уже может какой-то бежать, у которого повышенная форма плюс есть спринт, то я не знаю. Ты не слышишь от нее. Со слизни спало замедление, если что. У кота есть спринт. Ты у кота есть спринт, ты представляешь? Ты не юзаешь никогда. Спринт в бою. Я юзаю всегда спринт в бою. Но у меня он стоит на X. Но. Вот не, у пацана не. Было КД. Не, ну может быть и не было, но это не оправдание. Дело в том, что не надо надеяться на какого-то кота, надо красного убивать. А у нас там было еще половина ХП. Ну да, нет, да любой друид там был. У друида есть облик и есть спринт. Да, кстати, там еще босса согрели. Ну, потому что ДК не очень у нас умные ребята. Когда говорят, не акция, ДК согрели. ЛПН. Нет, ДК там начал. С ЛПшки начался босс. Протопал ударил. А, ну это вообще дебил. Соребил. На место где там отвалился? Наконец будет. Представляешь, каким надо быть, чтобы, ну, типа, промахнуться по столу и по боссу попасть? Дань, ты с нами в аркаде-то? Да, я здесь. Заходи, ладно. Да. Не, да. Дискон. Угу. Только заходите быстрее, а то потом в очередь попадете. Да лучше отходите далеко. Для начала бы, чтобы вылететь.